Всем привет! Как вы просили, сегодня у нас будет багажка по трешечку, я бы так сказал. Будем пробовать танковать вот таким душегубом. И у нас будет ворожай с цепелином на добивочку. То есть будем проходить два героя, искать возможность на ком-то зависнуть. Шанс слива минимальный. Как обычно. Чем такой душек хорош? Им можно очень хорошо зависать. Ему не страшны орнитоптеры стрелка, в принципе, многие герои. Так, давайте попробуем выманить Анубиса. Все вместе побежали. Снизу смысла нету забегать. Так, все равно втроем. Бигфут. Можно, конечно, попробовать. Ладно, давайте трешанем. Так, опять всех выпустил. Самая основная задача — выманить одного героя, который нам будет наносить не слишком много урона. Вот, нормально. Я все равно Бигфута потащил. Так, хорошо, пробуем сюда ворожая кинуть. Он будет подальше, в принципе, Бигфут доставать не должен. Да, нормально. Да, блин. Видите, забиненные клавиши на Ноксе всегда мешают. В принципе, должны справиться. Самое главное, чтобы у нас не слили ворожея. Так, 41% уже. Давай, давай, хилься. Как видите, душегуб в такой сборочке почти неубиваемый. У нас бьет стрелок, бьет орнитоптеры, бьет Анубис, бьет Бигфут. Но он благодаря отхилу ворожая не проседает. 94%. Так вот, на изи, я бы сказал. Так, смотрим, кто у нас дальше. Тарксы. Что у нас тут? Стрелок Рину. Ну, давайте попробуем тут выманить Анубиса.
Да, вот самое главное, чтобы сейчас Афина у нас не началась удовлетворять. Благодаря тому, что на базе стоит много юнитов, наш ворожей не бьет по героям, соответственно, он их и не заряжает. Это очень помогает именно в такой тактике. процент. Да, благодаря такому уклону, конечно, очень имбовый душек получился. Мне даже больше нравится, чем с Ронином. Конечно, меньше шанс слива. 98%. 100. Побежали дальше. Так, Некрос стоит. Стрелок. Думаю, тут тоже не проблемно будет вытащить Анубиса. Да, он вообще без проблем выбегает. Ничего себе. Опасно, опасно. Ворожай просел. Ой-ой-ой. Ничего себе, мы Анубиса даже слили. Вот так вот. Ничего себе. Жестко, жестко, конечно. Давай, 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 давай. Не умирай. А, и у нас же, блин, вот видите, не проканает эта тактика. Так, хорошо, пробуем. В принципе, у нас есть запасной вариант. Да, жалко, ворожая слили. Ну, было бы дерево, можно было резнуть. Анубис неожиданно умер. Вот это печально. Самое главное, чтобы у нас сейчас правильно Феникс бил и сносил все здания. Вот 100%. Можно так бегать, просто надо внимательно смотреть за ворожаем. И у меня тут ворожай стоит не с каменкой, поэтому он так легко убился. Ну, также можно и спамить юнитами. Я не спамлю, специально посмотреть, возможно ли такое прохождение без юнитов. Так. Череп. Ну, тут неплохо, неплохо вообще можно выманить. Почему Анубис так стоит, непонятно вообще.
Можно, чтобы стрелок там особо нам не носил, либо некрос. Просто юнитов по одному выпускать. Вот такой вот вариант. Тогда ваши герои вообще будут в безопасности. Чисто спамить по одному. Да, интересная, интересная альтернатива Ронину с ожогом. Мне нравится. Вот видите, юниты закончили, сейчас вражеские ворожаи будут нам резать от хила, это плохо. Но нам должно хватить времени, плюс у нас еще душегуб бьет. Видите, он снимает даже так. Девяносто семь, сто. Последний топ. Ну, тоже пробуем выманить вот тут одного Анубиса, главное хранителя не зацепить. Вот хорошо он вышел. Кидаем дальше ворожея и спамим. Тут где стрелок у нас. Можно спамить почаще. Чтобы орнитоптеры его и он сюда бил. Еще плюс тут у нас стрелковые башни стоят. Да, видите, в той попытке проморгали. Они ушатали Анубиса. Тут Анубисы посерьезнее стоят. С ними попроще. То есть основная задача данной тактики — выманить одного героя и на нем зависнуть. Также вы можете больше героев выпустить. Я стараюсь это сделать на минималке. Если у вас будет там еще кто-то на отхил, вы без проблем затащите таким способом. Главное, чтобы они не убили и героя, на каком зависают. Ну, 93% без проблем. Что, один залп и все? Да, соточка. Вот так вот, вот такая вот новая тактика. Кто хочет, прокачайте, не пожалеете. Интересно всегда по трешечку проходить. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как вам такое прохождение, какие тактики вам еще, какими героями показать. Ставьте лайки. Всем пока.